Еще вместо озера можно взять подушку в пакет, садиться на подушечку и пить чаек здесь. Запишу второй дубль, а то я шла, могла криво спеть. Хочу попить. Потом другую, может, придет на ум. Как же мне осине к дубу перебраться? Я тогда не стала гнуться и ломаться. Но нельзя осине к дубу перебраться. Остается что-то, что-то, что-то. Всегда остается на месте. Оп. Снежок нападал опять. И такой сюрреализм творится от заснеженной камеры. Хоп-хоп. Она как будто раздваивается. Тынь-дынь. Осина перебралась в астрал. Она это сменила dimension. Класс. Нашла способ перебраться к дубу. Находчивая ты, осина. Ладно. А там я вам снимала, были кусты сирени. С пятью лепестками. Я тогда загадала классно провести лето. И достаточно хорошо его провела. В основном в нашей деревне лесной. И на даче. В литовской деревеньке. И литовском лесу. И наших полях. И нашей прекрасной природе. Я когда-нибудь закончу снимать эти видео с прогулки или нет? Какой кайф. Ах. Руки замерзли. Надо одевать перчатки. О! Так, загадаю, классно. Что? 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 Зиму я уже встретила. Что у нас ближайшее? Провести ближайший праздник, хорошо. Назначить время, место, ждать приглашенных. И классно провести какой-нибудь ближайший праздник. Высоко я даже не достану стереть. Ну и пускай будет снежок от меня, собственноручный слепок. Вчера оставляла слепок попы. Сегодня слепок ног вон уже наследила. И ладошек. Оп. Так, и еще загадаю, загадаю. А, ну здоровье, семье. Хоп. Это тоже надо.